Итак, всем привет. Сегодня будем играть в игру Save Simba. Симбочка. И это... Знаете, такой ютубер Симба. Это от него игра. Вот, тут уже просто оса. Спаси Симбочку. Все, я вот первый напасть и спал. Отлично, пчелы. Спасибо, что я молодец. Собрал денежки. Скип. Я знаю. Это можно как-то рекламу брать? О, нет, подожди, на пацана надо пойти убирать. Вот. Вот вибрация, вот тут даже языки есть. О, прикольно. Что можно разных собрать? Соберем денежку. Дальше. Дайте еще раз. Не слишком ужасно. Скрыть. Чё, ай, шо? Девочка, что ли, чтобы айкать? Не сбросит. Ну, я одну зоночку, что ли, заработал? На одну зоночку, блин. Ну, ладно, давайте соберем. Все равно дают 8 баксов. Ну тут очень просто. Все, пчелы или осы его не покусают. Больше-то его не раз укусили. На 3 звездочки хоть прошел этот уровень. Тут легко, смотрите. Я подожди, а не подожди, я могу даже лучше смотреть. Все, я его закрыл чисто в купол. Нифига, сколько у вас там. Надеюсь, что его за хвост не укусут. Отлично. Я знаю, что уровень пройден. Хватит мне тоже говорить, уровень пройден. Я подскажу, как пройти уровень. Нет, спасибо, я знаю как. Доставляйте осы. Я понял, как пройти этот уровень. Еще, я кажется, понял, как пройти этот уровень. Все, сейчас мы пройдем, сейчас осы не покусают. Ну, блин, давайте, да, две звездочки. Уровень пройден, уровень пройден. Я знаю, без тебя уже. Две звездочки, что за фигня? Опять же нас еще покусают, ай-яй-яй! Слишком много чернил потратил. Да зачем эта подсказка? Да-да, ай-яй-яй, ходит уже со своими ай-яй-яй. Ну не, я не хочу на одну зоночку проходить. Это не по-нашему. Вот, да, две зоночки. Нет, спасибо, мне иду достаточно. Спасибо, что я молодец. Мне никто такого никогда не говорил. Ух ты! Подожди,
подходит Айка, ты что, девочка? Не, так мы не играем. Ты не надо мне подсказывать ничего. Просто закрою в куполе. Блин, по водичку. Все, не тронут нашего Симбу наконец-то. Я как понял, как проходить, но мы даже получили несколько. О, могу что-то забирать. Ого, какие дорогие 60 уже на голову сыр. Я даже не вижу. Давайте мы возьмем сыр. Прямо. О, да, у меня на нем сыр есть, я прикол. Спасибо. О, хоть его бабки. Это что за бабки? Я бабки себе оставил свои. А, он вот упал. Вообще никакой угрозы ему нет. А, кстати. О! А, все-таки мне бабки украли. Помогите, я тут кошара украл мои бабки, которые я зарабатывал. Ладно, просто это был мини-баг. Теперь надо двух Симбу спасти. Все. Ты куда? Вы моих кошаков в воду закрыли. Сумбись, конечно. Не, на одну точку мы не будем проходить. Вот, вот на две можно. Да щит. Что он такое построил, чтобы не упали? Я понял как. Падает, как обычно. Во! Пройдем. Нет. Бесплатно это как? Рекламы что? Ну, тут реклама на каждом пути. А как же ты нахуй не попадается? Так тут изи просто. Я могу знать, как даже на... Ты иди сам знать, как этот уровень. Всё. Изи просто. Ос вообще... Как? Как его покусали? Все, все. Вот так вот мы... Всё, теперь его вообще не сожрут. Что такое какой-то большой получился? Нет. Спасибо. Что я молодец? Я уже это 1000 раз знаю. Нет, как ты много потратил, надо экономить. Упала. Я знаю, как раз. И два. Нет, концепция вообще какая-то. Ну, тут уровень сложный. До такого про как я даже не могу прийти. Давай зацепись. Нет, слишком... Да не надо никаких подсказок. Можно даже знать, как пройти этот уровень, даже полегче. Ну, то было бы логичнее, вы вас бы закусали бы. Правильно. Даже со мной пойти согласен. Но, кажется, этого не слушайте. Слишком большая конструкция. Давайте... Давайте как. А вот так. Аналогично на воду упадет. А кусок упадет, это логично. Логичная игра на мышление. А! Начнут зацепиться же все-таки. Сейчас скажет. Опять же упадет. А, ну меня ос покусали. Что ли? Нет, ничего. Ну, так все. Правильно.
Нет, опять я воду упал. Как это? Надо, чтобы еще 5 секунд потерялся. Нельзя вот секунду вот просто. Вроде парочку рекламы, все. Секунду. Ё-моё, 8 покусали просто осы эти дурацкие. Где я, кажется, понял, полетел. Так-то Симба же упадет. Ну это на звездочки. Вот, все, теперь я пошел даже на 2 звездочки. Это 2 звездочки, это тоже хорошо. Хоть типа, если сразу не резко, типа, хотя она фаза пойдет, то потом слушай, другая говорится. Хоть правильно сделали. Тут дизи вообще полная просто. А уже толкаются. Блин, все. Теперь не пройдут. Симба прям обосрался. Хорошо, что осы тупые. Так куда? А, я тут на жопу. А, новый постер я нашел. А их надо собирать, оказывается. Такие вот так вот. Ха, вот это. Я знаю, следующий уже давайте. Все, это как с собачкой, типа. Помните, говорю, с собачкой, типа. Ну, может, у Илюши. У Илюши вы, наверное, ее видели. Ну, хоть тут даже языки есть. Ну, круто, типа. Русская игра, а не как про собачку, типа, от англичан. Но некоторые даже идеи уровня скопировали, не надо. Видите? Блин, надо звездочка. Вот заступите. Обожаю этих тупых ос, они просто не догадаются, не могли просто посязать и побить Симбочку. Внутри ос. А, в смысле, еще раз надо пройти, что всем уже. Пошел уровень дальше. Надо даже как-то полегче. А! Щит упал. Кошак. А точнее Симба. Симба попал. Пиля. Я что, на ту зоточку прошел? Не-не-не. На ту зоточку не надо, надо просто немного. Поэкономить. Как-то так. Это что за поумнее? Не кусайте! Наконец-то. Некоторые надо даже мне еще раз предлагают. Все, изи уровень. Это даже легче первого. Молодец. Спасибо, но как-то я чуть не сдох. Чуть не сдох. Шоколадка 100. Кокушка. Какие дорогие-то. А, надо постер ананаса собрать. Надо хоть на шоколадку накопить, она будет 1000 раз лучше. Да я знаю, что я молодец. Все знают, что я молодец. Я считаю самым умным в этом мире. Да подожди, все. Там сейчас оса такая. А ну иди сюда, мой сусоедик. Не знаю, как пройти. Уровень. Нет, они же сейчас воду скинут. Ни хрена себе дают. Я пошел на 2 звезды, это неплохо. Я считаю, не лошара полная. Сколько вообще уровней прошло? О, постер. Это же постер с Агибаги, бля. Это же Агибаги знаем. Просто закроем. Блин, нос оказались даже умнее. Все. Не прорвутся, даже 3 звездочки пройду. Этот уровень. Это крутой, на 3 звезды прошел. Это я понимаю. Давайте шоколадку купим и еще один уровень. О, постер.
О, постер мяу. Аги-баги. Тоже легкий уровень. Что-то как-то нелегко это. Все. Блин, симбочку одного покусали, другой в воду упал. А, блин, забыл про этого симба вообще полностью. Все. Не тронут наших симбочек. Почему-то их двое, наверное, один из них фейк. Ура! Я. Давайте соберем. Дерезко получим шоколадочку. Вот это я понимаю, классный. Чудо. Блин, прикольный скин. Все, я закрыл им путь. Ай, блин, они все-таки умнее меня оказались. Все. Ай, блин, а! Как тогда этот уровень пройти? Давайте мы его тут закроем. Блин, опять симбу покусали. Как тогда пройти этот уровень? Так. Вот, блин, одна пробралась, а! А как тут уровень пройти? Спасибо, вот так. Я кажется, это даже лучший вариант. Давайте мы просто вот тут так вот обороним и все. Я тут учу детскую тактику, прочту, как побеждать этих дурацких ос. Это я понимаю. Я тут уже 20 уровень. О, постер. Крутой постер. Авокадика. Я могу даже на 30 пройти. Это даже хуже. Все. 3 звезды даже. Почти, я почти выжил. Мне бы чуть-чуть бы. Все, вот так вот. Такую закорючку. Фух, я выжил. Точнее, симба. Нет. Давайте еще идут. Пройдем уровень. Мы самые умные. В смысле, я уже второй собрал такой. Снизу шипы. Закроем. Блин. Надо как-то его придерживать. Все. Да блин, симба толстый какой-то. Это прям вот так вот. А! Все, я понял, я никакой подсказки. Да блин, я забыл, что немного тупой. Пройти какому-нибудь легкий уровень надо прям вот такую конструкцию. Но на 3 звезды тоже неплохо. Забрали 3 звезды? Нет, спасибо, скип. Да, молодец. Спасибо, очки с 15-го раза. Он уже так все уже прокололся нибудь пару раз. А тут как? Так что ли? Ё-моё, симп покусали. Как обычно, блин. Ты что ты не рисуешь-то, а? Во! Я же опять покусаю, да? А как этот уровень проходить-то? Ещё надо 7 секунд выживать! А они уже не офиг... Они что, не офиг... А они вот не офигели вот? 7 секунд, блин, проживать, это ж как? Почему Симба не весит 40 тысяч килограмм? Надо же купол все устроить им, блин. Только купол помогает. Но это на одну зоточку. Я не хочу на одну зоточку. Мне надо хоть 3. Блин, я только 5 секунд выживаю так-то. Да блин! Как тут выжить-то?
Дайте тут, дайте еще пару попыток. Если не получится, то... Нифига себе! Хоть я на одну звездочку прошу, но это заслуживает метла. Все-таки я прошу, это самый адский уровень. Я знаю, что это. Это кисси-мисси какая-то. Вот что это. Ай-яй-яй. Тихо. Оса не успела укусить, это мне повезло просто. Тут я понимаю. Дайте до последнего проигрыша. Я знаю, как пойти даже тут уровень. Палка. Главное, чтобы пчелы не выбрались просто. И не начали кусать. Отлично. Я прошел очень... Уже прошел кучу... Уже 16 баксов будет. Это, в принципе, много. Но уже 70. Тут аж 3 символа. Туда. Ни хрена себе. А? Чита, как тут проходить-то? Я, наверное, так надо одного защитить. Если что-то не догадается, не будет вверх лететь просто. Да, просто если не догадаешься, надо на верхнего. Я знаю, что я молодец, я просто крутой, уже 26 уровней прошел. Я знаю, что это значит. Это единорог. Блин, вообще вот... О! Да нет, именно одну звездочку, что ли. Да я знаю, как пройти, не переживайте, я знаю. Вот так. Вот как вот? Как вот? Просто надо кончик. Ровный кружочек. Что? Нормально прошел уровень? На 3... 2 звезды? Ой, я прошел уровень! Как ты здесь чувствуешь, шапка? О, я скоро на лягушку накоплю. А, это рыба. Написано фиш. Я знаю, что уровень пройден. Давайте до 30 уровня дойдем. Тут изи, ё-моё. А, нечем удержаться. Давайте мы тогда вот так вот, что ли. Блин, а как тут пройти-то? О! Я знаю теперь, как пройти этот уровень. Ты моё! Да не надо мне эту подсказку. Я уже так понял, как пройти этот уровень. Мне кажется, не 3 звезды, но тоже хорошо. Я знаю, что я молодец. Я само рождение знаю, что я молодец. Я вырасту, наверное. Убийцей. Точно не пишу. Я сука кровожилый. Я знаю, как даже лучше пройти, который мне просто раз. И... А, не рисуется. Там был вертолет чисто. Ого, я могу даже этот уровень. Пройти на 3 звезды. Ого, на 3 звезды уровень прошел, нифига себе. Блин, я почти прошел. Тут просто дурацкая оса просто. Да давай рисуйся. Я вот в первых миллисекунд у меня запустил моего кота. О, да ладно, что ли, на 3 звездочки прошел. Я прошел на 3 звездочки, нифига себе. Это я крутой. Давайте вот поднакопим вот этих вот. Мать денег. Мне надо подготовиться к этому уровню. Они все равно меня толкают. Они просто по барабану, просто. Хоть я даже говорю не первый раз.
читеры эти, осы, проклятые. Не толкается? Ну ты хочешь замуровать. Ой! А! Тут кошак. О, щит как-то, который пройти. Вот, кстати, тут второй этап я первый прошел, да? Да, я все 24 уровня прошел. Ого, скажу, что все больше и больше уровней есть. Давайте постер пособираем просто. Дайте где типа язычок. А что там типа постер? О. Ух ты, я получил новую шляпку. На 10 уровне мы тут. Ну, кстати, что тут на типа 10 поставил 12? Да, давайте все проверим уровни. Так, третий. Ну, я прошу только на засудочку. Номер подсказывает, как проходить. Закрыть. Стрель на четвертом. А, мы уже забирали полностью стрелять. Давайте мы пойдем на шестой. Тоже нету. Смочь. Мы уже забирали постер. Принесёры не пошли. Ладно. Кстати, я забрала 14 выдачек из 300. Такое неплохое видео по долготе. Всем пока. Эту игру еще никто не снимал на YouTube.